Ну, раньше, например, я очень люблю играть в телевизионные игры. И раньше, перед Евровидением, у меня очень плохая совесть была, когда я слишком много играл в игры. А сейчас у меня плохая совесть, когда я не играю. Потому что сейчас я так много работаю, что вообще почти нет времени на отдых. Спасибо большое. Я очень благодарен. И особенно вашей стране очень благодарен, потому что особенно вы меня очень поддерживаете. Это мой первый раз в Азербайджане, но зато, например, в Facebook, ну и там на многих таких страницах, многие мне пишут, как-то поддерживают меня, и многие люди из Азербайджана.